Ну, привет всем. Решила пирожки сегодня испечь с картошкой. У меня внучка не ест с мясом. Ну, с капустой еще там. Одну штучку, может быть, попробует, половинку, а так нет. Поэтому из-за нее приходится с картошкой делать. Рецепт. Не говорю, не пишу, это не кулинарный канал. Просто показываю, чем занимаются домохозяйки днем, в течение дня. Тесто самое простейшее. Теплая вода, подсолнечное масло, соль, дрожжи, сахар. Сахар, кстати, забыла. Я никогда не меряю, ни на какие порции не делала, не меряю, все на глаз, и все нормально получается. Ну, конечно, стаж быть женой женщины уже больше 30 лет, я уже жена, мама, бабушка. Не очень давно сижу, по некоторым причинам сижу дома. В частности, из-за болезни тоже выпала из обоймы на год прошлой весной. Как пошла с этим обследованием, как там что-то обнаружили, пока это все обнаружили, столько слез, нервов было пролито. Ну ничего, все, слава богу, лечение закончилось. Чувствую себя с каждым днем лучше и лучше. Дух боевой. Поэтому так. Пирожки я буду жарить на масле. Я печеные пирожки в духовке не люблю. Сейчас вот иногда бывает, за хлебом не ходим. Хочется домашнего хлеба. Я в духовке пеку хлеб. Может быть, сегодня еще посмотрим, булочку спеку одну, хватит. Так, чтобы видео сильно не затягивалось, пока я на паузу поставлю, хорошо? Ну вот, я почти закончила. Не надо его заливать никой, тогда оно будет воздушным. На дно чашки тоже немножко и масло наливаю. И это тесто на стенке тоже. Его отправляем на теплый стол. Как не стоит холода, тесто отправляем сюда на теплый стол, чтобы оно поднялось. Летом выношу на улицу. Ну, улыбнись, тебе как на паспорт.
самостоятельно я работаю без оператора, поэтому иногда может так случиться, что там у меня будет видно пол головы. Много масла сюда не надо, потому что пирожки так будут жирные. Иногда я из кадра исчезаю, да? Не исчезайте, медведи, скажите. Состояния не слишком мелко. Ну что, я закончила печь. Так, сейчас чай поставим, пирожки остынут. И попьем чай с пирожками. Это у нас кучка с картошкой. А это с редькой. Заказ моего мужа. Пожалуйста, говорит, сделай мне с редькой. Ему сделала с редькой. А мы с редькой не едим. Он может с картошкой есть, а с редькой нет. Так что вот, приходите к нам на чай. Вот мои готовые пирожки. Они как пушинка, очень мягкие. Я их не накрывала, не закрывала. Вот. Тесто пропеченное внутри. Очень нежные, вкусные пирожки. Приятного аппетита!